Вашему вниманию предлагается новая совместная разработка Главного автобронетанкового управления Министерства обороны Российской Федерации и ОАО «Рособоронэкспорт». Это модернизированный танк Т-72, который журналисты уже окрестили «Белый орел». «Белый орел» — новый экспортный образец российской военной техники, отвечающий всем современным требованиям, готов заступить на боевое дежурство. За внушительный набор самых современных опций, высокие тактико-технические характеристики и уникальное соотношение стоимости и эффективности военные специалисты считают «Белый орел» лучшим танком в своем ценовом сегменте. Оснащение танка современными опциями осуществляется на основе глубокого анализа современных тенденций развития с учетом предложений и замечаний постоянных заказчиков. А именно, новейший комплексированный теплотелевизионный прицел обеспечивает экипажу панорамный круговой обзор местности на 360 градусов, уверенное обнаружение и распознавание целей на дальностях до 3000 метров днем и ночью и равные возможности для командира и наводчика по их уничтожению в любое время суток. Автомат сопровождения цели позволяет работать в высокоэффективном режиме «Охотник-стрелок». Закрытая стабилизированная зенитно-пулеметная установка позволяет командиру вести стрельбу по воздушным и наземным целям без выхода из танка, автономно или одновременно со стрельбой-наводчиком из основного оружия, в том числе с использованием автомата сопровождения цели. Спутниковый навигационно-информационный модуль обеспечивает решение навигационных задач и задач взаимодействия между объектами. Информационная поддержка экипажа по диагностике систем танка при техническом обслуживании и ремонте. Камера заднего вида значительно упрощает действия механика-водителя при преодолении труднопроходимых участков и движении задним ходом. Дополнительная розетка на корме танка для подключения гарнитуры танкового переговорного устройства обеспечивает связь и взаимодействие экипажа с десантом. Компактная дизель-генераторная установка предусмотрена для длительного питания потребителей электроэнергии без запуска основного двигателя, сохранения его моторесурса, экономии топлива, а также снижения вероятности обнаружения и поражения танка в обороне боеприпасом с тепловой головкой самонаведения. Ударная сила «Белого орла» — это 125-миллиметровая гладкоствольная пушка 2А46М и спаренный с ней 7,62 мм пулемет ПКТ. Дальность прямого выстрела при высоте цели 2 метра составляет бронебойным подкалиберным снарядом 2100 метров, кумулятивным 960 метров. Боевая скорострельность при автоматическом заряжании до 8 выстрелов в минуту. Кроме этого, с обеих сторон башни установлены дымовые гранатометы, а сверху на противника нацелен крупнокалиберный зенитный пулемет, позволяющий вести огонь по воздушным целям на дистанциях до 1500 метров, по наземным — до 2000 метров. Боекомплект пушки — 41 выстрел, зенитного пулемета — 900 патронов. Танк оснащен надежным и проверенным 12-цилиндровым быстроходным дизельным двигателем жидкостного охлаждения мощностью 840 лошадиных сил. Двигатель многотопливный, работает на дизельном топливе, реактивном топливе Т1, ТС1, Т2 и автомобильном бензине А66, А72. Для работы в холодных широтах предусмотрен экстренный пуск двигателя. Средняя скорость 30 км в час. По шоссе «Белый орел» может разогнаться до 60 км в час. Запас хода 500 км. С дополнительными бочками все 900 км.
Еще одно преимущество – обслуживание и ремонт производится в рамках существующей системы танкотехнического обеспечения и организуется с использованием имеющихся подвижных средств технического обслуживания и ремонта для танков типа Т-72. А специально для зарубежных партнеров на танк дается обязательная гарантия с выездом к заказчику сервисной бригады. Основной боевой танк Т-72 заслуженно получил всеобщее признание и давно стоит на вооружении многих стран. И вот теперь «Белый Орел» — его новейшая модификация, которая благодаря современному оборудованию удачно сочетает в себе большую огневую мощь, высокую маневренность и надежную броневую защиту, готов конкурировать с любыми другими видами бронетанковой техники практически в любой точке земного шара. Не случайно потенциал нового российского танка уже широко оценен на международных выставках. Мы уверены, все это понравится нашим зарубежным партнерам, ведь мы предлагаем только то, что вам нужно.